Я раскрываю свое сердце, и все, кто дает свое согласие, те, кто стоят за вами и знают, как это воспроизвести, раскрывают сердца. Сейчас мы отражаем вас в совершенном пространстве. Здесь мы являемся для вас чистой изначальной сферой, атмосферой, воздухом. Перед вами является ваш совершенный эфирный двойник. Он расширяется, растет и раскрывает. Перед вами пространство в наших совершенных полях, абсолютно чистое. Чистое-чистое пространство. Квантовое поле, чистый эфир. Здесь вы вдыхаете этот чистый воздух, это дыхание. Чистота этого пространства насыщает вашу клетку. Мы говорим о клетках памяти. Сейчас вы полностью заполняетесь этим чистым-чистым эфиром. Перед вами является сейчас солнце, солнечная проекция. Вы смотрите на это солнце, полностью сейчас напитываясь эфиром и растворяясь здесь вы в теле вашего двойника эфирного. Он сейчас всю-всю эту чистоту в себя впитывает, всю-всю-всю. Максимально и отражает в себе это солнце. И сейчас мы вас являем перед огромным-огромным сфинксом в его совершенном пространстве, прямо перед его лапами. Включается межпространственный луч девятого измерения, проходящий сквозь ваше тело, и вы начинаете в этом потоке растворяться, растворяя тем самым все частоты, характеристики, вибрации, которые закрывают ваше сердечко, которые мешают вам оттолкнуться и сместиться в те пороговые зоны времени, где вас сопровождают сверх-сверхсущества изначальных цивилизаций для получения абсолютного счастья. И этот луч сейчас расширяется в вашем пространстве. Давайте расширим его на всю-всю комнату, чтобы он коснулся всех окон, дверей, всех стен, чтобы из каждой стены вышли хранители, и они сейчас выходят и наблюдают за всем этим процессом, чтобы охранять этот чистый-чистый эфир, который сейчас разливается на всю вашу комнату. И сейчас в тех местах, где вы чувствуете давление, симптомы от этой чистоты, мы проецируем вам этот луч плотный-плотный. Это плотная станция. И сейчас от этого центрального солнца спускается его проекция в виде солнышка, в виде некой звезды, много-много конечной. Она проходит сквозь все ваше тело, глубоко вниз под ноги, вверх, сканирует все-все ваше тело и смотрит, что необходимо выровнять, сбалансировать, что необходимо растворить. Ваша задача сейчас просто сказать осознанно, дать согласие, что я выбираю любовь, я выбираю новую жизнь. Я даю свое согласие на переплавление
всех частот, которые более мне не служат, старые решетки сознания, на мою изначальную энергию. И звезда в тот момент, когда она сканирует, она производит этот сценарий. Смотрите, у кого симптомы, у кого болит, давит голова, глаза, горло, руки, ноги, не имеет значения. Вы сейчас берете, просто как представил, так и есть. Не задумывайтесь, получается, не получается, потому что воспроизводит сценарий ваше абсолютное совершенное Я, которое развернулось здесь, в этой изначальной клетке, в этом изначальном поле. Итак, плотный-плотный луч, вы можете прям брать этот луч, прям словно его отщипывать здесь пространство, и в те места, где если голова, да, если есть такие места, не стесняйтесь, берите эти лучи, как представил, так и есть, и прям в те места, где необходимо, прям пронизывайте. И в этот момент происходит сразу замещение. А замещение светом. И сейчас вы смотрите на сфинкса, вы находитесь перед ним, перед его лапами, в этом луче, и говорите: тронный свет, я вспомнил, что я с тобой и единое целое, что я — это ты. Я вспомнил, что я намного больше, чем просто это тело, и я даю свое согласие и прошу взаимодействовать со мной 24 часа в сутки по земным меркам времени. Я прошу сливаться со мной до полной синхронизации, напоминать мне о себе, об этом моменте, чтобы я мог синхронизироваться. Я вспомнил, и я прошу вернуть мне все мои изначальные сокровища, все, что я оставил в изначальном доме, когда спускался сюда, для проявления экспериментов в мире дуальности. Я даю свое согласие закончить все эти эксперименты, свернуть все старые платформы моего сознания и перейти в высшие, изначальные, самые совершенные пороговые координаты времени. Я прошу развернуть мое сознание на совершенный контур памяти. Вы говорите, и вам идет ответ. Ответ всегда идет звуками. Этот звук больше напоминает такую электрическую будку, станцию. И сейчас вы продолжаете это взаимодействие и говорите: тронный, золотой, совершенный ангел, мое изначальное совершенное Я, покажи мне все, что мне нужно знать, яви все, что мне необходимо для того, чтобы я перешел на эти изначальные частоты, где ты и я едины. Яви мне все, от начала и конца, о чем было договорено. Я выбираю любовь. И сейчас посредством этого света вы напитываетесь этим светом. Сквозь вас пронизывает плотный-плотный этот портал, луч. И вы просто начинаете растворяться
становиться и сливаться в этот один, единый, совершенный свет. Закручивается тороидальное поле, произносятся звуки, что здесь изначальная сфера, изначальная материя, изначальный единый очищенный дух природы. И здесь изначально чистый эфир. И закручивается этот тор, полностью состоящий из золотых корпускулок света. Вы становитесь этим тороидальным телом. Он пронизывает полностью вас. И раскручиваясь, вы не это тело сейчас, вы это тороидальное тело. Этот луч продолжает быть в вашем пространстве. Стоят хранители, 4 хранителя возле каждой стены, наблюдают, чтобы весь процесс, чтобы никто не вмешивался в этот священный ваш процесс. И эти корпускулки вместе с вами, раскручиваясь, проявляются в неком таком волшебном городе, счастливой стране. И все эти корпускулки собираются в одну силу, которая явлена здесь как золотой единорог. То есть вы вместе с этим тороидальным телом сливаетесь в любви, в этом танце этого вортекса и превращаетесь в золотого единорога, который олицетворяет как раз эту чашу рога изобилия. Здесь, на этой платформе, в этой чистой, счастливой стране, на этой совершенной станции жизни, вы проходите в определенное место, куда знает, куда идти единорог. И вы вспоминаете, что это образ олицетворения изначальной материи. И вас здесь встречает изначальная мать. Она встречает вас словами любви. Она дарует вам здесь свои дары. То, что она сейчас вам передает, каждому будет доставлено индивидуально напрямую. Как вы услышите, так и есть. Кто-то зарисует, кому-то придет картинками, кому-то приснится сон. Мы возвращаем вас обратно. Вы вновь превращаетесь сейчас в это огромное тороидальное поле любви, распадаетесь на множество корпускулок и являетесь вновь в этом луче перед сфинксом, перед его лапами. Вы принесли сюда абсолютно новые энергии. Вы смотрите, как светит солнце перед вами. Смотрите, перед вами проявляется вновь ваш эфирный двойник совершенный в образе солнца, который напитался этой энергией, энергией чистого эфира, солнечной энергии. И вы вновь сейчас сливаетесь с ним, он вам доставил всю эту энергию сюда. Мы сейчас подходим к вам, касаемся вашего затылка и выравниваем и гармонизируем все энергии, чтобы они ровненько все
у вас уложилось, чтобы вы абсолютно легко приняли эту энергию. Очень легко. Ваши кураторы, ваши хранители, множественные хранители наблюдают сейчас за этим процессом, чтобы все было совершенно, чтобы вам было дано столько, сколько вы можете унести на данном этапе. И сейчас и мы перед вами являем двери, золотые двери, которые открываются, и мы в теле меркабических соединенных полей цивилизации двери рая проходим сквозь эту золотую дверь. Вас также здесь сопровождает множество различных цивилизаций, в том числе она же цивилизация чаши Грааля, которая сейчас наполняет вас этим светом. И вы сейчас проникаете на некую платформу, пирамидальной станции в пирамиде Гизе, в ее совершенных платформах 9 уровня духа. И вас здесь, ваши сопровождающие силы, провожают в определенную комнату, где вас никто не может тревожить, где вы можете разместиться так, как вам удобно, как вам будет комфортно. В вашем совершенном теле здесь ваш совершенный двойник, и он здесь располагается и продолжает напитываться энергией чистейшего эфира. Сейчас станция этого корабля закрепляет в вашем пространстве, закрепляет, заземляет всю полученную энергию. Особенно это будет ярко выражено в течение 3 дней. Мы закрепляем и касаемся вас изначальными вашими всеобъемлющими, любящими вас изначальными родителями космическими, первой ДНК-станции. И оставляют вас здесь, балансируя, гармонизируя и синхронизируя ваши поля с этой совершенной станции. Скажите вместе со мной: сила любви, силой союза всех сил, я соединяю все чакры, все луны, все солнца, все звезды, все свои тела в одно единое солнце. Я обращаюсь сейчас к своим самым высочайшим, совершенным, чистейшим аспектам моей мировой души, единой души. Я прошу привести меня в те координаты времени, где я являюсь носителем сознания живого солнца. Я издаю звук любви. Прошу вас вести меня и курировать на пути к изначальной клетке памяти.